Спасибо, Господь, во имя Иисуса. Да. Встаньте, я подчиняюсь. Подчиняю все Иисусу. Все Ему я отдаю. Я всегда буду любить Его и доверять Ему в Его присутствии каждый день. Я подчиняю все. Я подчиняю все. Все тебе, мой благословенный Спаситель, я подчиняю. Это первый шаг. В отношениях с Богом. Некоторым из нас было очень непросто. Вы продолжаете заявлять о своих правах. Меня обманули. Вот это позор. Он должен извиниться первым. Он обманул меня. Нет, правы вы или неправы, у вас нет права таить обиду или недовольство на вашего брата. Потому что это влияет на каждую сферу вашей жизни. Вы читаете Библию, но она не оживает. Это сердце преобразовывает то, что вы читаете. Вы читаете и отправляете прочитанное в пункт переработки. Пункт переработки преобразовывает прочитанное и отправляет Святому Духу. О Боже, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Давайте я воспользуюсь Библией как примером. Это моя Библия. Я открываю свою Библию и читаю. Господь жалился над Иаковом. То, что сейчас я прочитал, попадает в сердце. Если оно не попадает в сердце, то это только слова, литература. Чтобы это слово стало реальным и живым, оно должно попасть в сердце. Теперь сердце обрабатывает слово, а после переработки отправляет его Святому Духу. Теперь Святой Дух влияет на него. Тогда оно становится инструментом исцеления, благословения, спасения, освобождения. Переработка нужна для очищения. Если вы возьмете золото, чтобы очиститься, оно должно пройти через огонь. Так само и это слово, которое мы сейчас читаем, «Господь жалился над Иаковом». Это слово, которое должно попасть прямо в сердце. И сердце очистит его. И когда оно очистится в сердцах, тогда оно присоединится к Святому Духу и к Духу Божьему, а потом станет инструментом. Сердце означает дух человека.
Если ваше сердце наполнено недовольством, если ваше сердце наполнено болью, если ваше сердце наполнено ненавистью, слово туда не попадет. Сердце может владеть только что-то одно. Если там ненависть, больше ничего не сможет туда попасть. Пока ваше сердце не очистится, не станет свободным, когда у вас свободный дух, в вашем сердце нет ненависти. Вы не таите обиду, вы не имеете ничего ни против кого. Ваше сердце свободно, у вас свободный дух. Тогда Слово может войти туда, быть обработано и присоединиться к Духу Отца, стать полезным инструментом. Что в вашем сердце? Много чего. Сердце — это человеческий дух. Что в вашем духе? Много чего. Вот почему слово, которое вы читаете, продолжает быть литературой, истории об Иакове. Если мое сердце не свободно, то я просто читаю об Иакове. Это станется история об Иакове, пока не попадет в сердце. Сердце обработает его, очистит его и присоединит его к Духу Отца. Когда сердце присоединит его к Духу Отца, оно станет инструментом спасения, исцеления, освобождения. Что в моем сердце? Ваше сердце наполнено прошлым. Люди, которые обижали вас, люди, которые ненавидели вас, люди, которые обманывали вас, люди, которые разочаровывали вас, места, где вы работали в прошлом и вам не заплатили. Вы проработали целый год в компании, вам отказались платить. Если вы хотите узнать настоящего христианина, просто подойдите ближе, когда он молится. По той молитве вы сможете определить, христианин он или нет. Бог, я ненавижу его, я хочу убить его. Бог, я проклинаю его, я не прощу ему во имя Иисуса. Вы будете знать, что это не христианин, если он изрыгает боль в свое сердце. Что в вашем сердце? Теперь вы знаете, что такое свободное сердце. Сердце значит человеческий дух, свободный дух. Свободный дух значит сердце, которое не держит обиды. Когда ваше сердце отпустило обиду, если вы читаете Библию, она попадает прямо в ваше сердце, и ваше сердце очищает ее, направляет ее к Святому Духу, объединяет их, и она становится инструментом. Но если ваше сердце не свободно от всей этой боли, людей, которые разочаровывали вас, вы никогда не сможете воспринимать Библию как что-то живое и реальное. Вы будете продолжать читать Библию, как будто вы читаете рассказы Джеймса Хедли Чейза. Общество обмануло вас. Вы профессор, вы кандидат наук, но вы безработный. Общество обмануло вас. Или вы работаете под руководством человека, у которого нет сертификата, а вы кандидат наук. А этот человек, у которого нет сертификата, ваш босс. Каждый раз, когда вы видите, он зовет вас, давай мне этот файл. Меня кандидата наук, этот безграмотный. С болью вы подносите файл. Положите его здесь, сэр. Тогда вы смотрите на его шею. И так постоянно. Вы смотрите на своего босса, который всегда дает вам указания. Забег не всегда для самых стойких или быстрых. Если вы лучше, чем ваш босс во всех отношениях,
во внешности, мудрости, понимании, образовании, талантах. Если вы понимаете, что вы лучше него, и он ваш босс, помните, в забеге не всегда побеждают самые быстрые. Бог отправил вас туда, чтобы вы чему-то научились. Ваш путь на этом не заканчивается. Вы всегда говорите так, как будто на этот ваш путь заканчивается. То, о чем вы говорите, это только один этап из истории вашей жизни. Скоро вы покинете это место и встретите еще много всякого. Если Бог хочет дать вам великое будущее, Он будет готовить вас к Нему. Как Бог готовит людей к великому, как Он готовит к будущему великому? Он отправит вас к коварным. Грубым людям, безграмотным людям, Он хочет, чтобы вы смогли все понять. Он позволит пройти вам через все бессмысленные глупые вещи, так как когда вы займете должность, вы будете понимать, что значит быть глупым мальчиком. Сегодня появилось много героев, которые не Божьи герои. Не всякий герой от Бога. Многие из них не от Бога. Бог сказал: «Мир, который я даю вам, не так, как мир дает». Это значит, успех, который даю я вам, не так, как дает мир. Сам Бог заявляет, что мир дает успех. Лично мой успех отличается от того, который дает мир. Если вы видите кого-то на высоких постах, успешного, вы должны спросить, это Божий успех или успех мира? Иногда, когда Бог хочет поставить вас на высокую должность, Он даже позволяет вам работать на того, кто имеет мирской успех. Он позволит вам работать на преступников. Он позволит вам работать на коварных людей. Но Он будет защищать вас. То недолгое время, когда Он позволит вам работать там, Он будет защищать вас, потому что Он готовит вас для... Это Бог. Вы должны иметь степень в любви, а также и в ненависти. Так, что когда вы займете ту должность, вы будете в состоянии объяснить и понимать, что это значит пройти ненависть. Бог всегда подготавливает нас к этой должности. Он подготавливает нас, Он тренирует нас. Вы должны быть готовы к Божьему воспитанию. Итак, еще раз. Примите это слово, библейское слово о том, что именно ваше сердце очищает это слово.